Добрый день, уважаемые коллеги. Яна Александровна существенно облегчила мою задачу. Мой доклад будет посвящен особенностям хирургического лечения на фоне таргетной терапии деносумабом. Ну, учитывая то, что сейчас Диана Александровна все настолько подробно рассказала, я, наверное, не буду на этом останавливаться. Морфологическое строение, и мы знаем, что ведущее значение в остеолизисе имеет система Ранкранкл остеопротегерин, и на этом основано действие таргетной терапии. И, в общем-то, несмотря на то, что основной метод лечения гигантоклеточной опухоли был и, наверное, остается в большинстве регионов хирургическим, однако только 80% первичных больных операбельны на момент постановки диагноза, и от 15 до 40% после только хирургического лечения возникают рецидивы. Современный метод лечения уже в течение достаточно большого количества времени. Это комбинированный хирургический плюс таргетная терапия деносумабом. Останавливаться на каких операциях я тоже не буду. В выборе оперативной тактики хирург руководствуется прежде всего распространенностью процесса, локализации, наличием патологического перелома, объемного мягкотканного компонента. В зависимости от вида оперативного вмешательства зависит и количество рецидивов от 0 до 65%. Большинство местных рецидивов возникают в течение первых 2 лет после операции. Возникновение местных рецидивов связано прежде всего с наличием мягкотканного компонента, патологического перелома. Для профилактики рецидив выполняют обработку пострезекционной полости разными агентами, высокоскоростными борами, ультразвуковыми технологиями. И учитывая доброкачественный характер опухоли, молодой возраст пациентов, предпочтительно, конечно, максимально органосохраняющее хирургическое лечение с индивидуальным подходом к каждому пациенту. Ну, в общем-то, деносумаб, уже было сказано, направлен на остеолитическое свойство гигантоклеточной опухоли и в предоперационном периоде позволяет сократить условия и объем хирургического вмешательства. Что преследует комбинированное лечение? Прежде всего, это уменьшение объема резекции, сохранение анатомических границ и функций кости, сохранение возможности эндопротезирования при обширных дефектах и лечение сложных локализаций. Однако остается много вопросов. Сколько курсов деносумаба необходимо провести до операции? Как влияет уменьшение объема на возникновение рецидивов? Как оценить состояние кости и жизнеспособность опухоли на фоне таргетной терапии в момент операционного вмешательства? И как избежать осложнений и нежелательных последствий. Нами было проанализировано 44 случая комбинированного лечения гигантоклеточной опухоли пациентам от 27 до 58 лет. Из них были 23 мужчины и 21 женщина. Всем пациентам первым этапом производилась таргетная терапия деносумабом в течение от 3 до 12 месяцев с последующим хирургическим лечением. Оценивалось клиническое течение, статус Карновского, рентгенологические изменения и морфологические изменения. После 3 месяцев лечения у всех 100% пациентов отмечалось уменьшение болевого синдрома, частичное восстановление опорной функции по шкале Карновского до 100% у 30 пациентов и до 80% у 14 пациентов. У одного пациента было явное прогрессирование, ему терапия была продолжена. Через 3 месяца рентгенологически отмечалось увеличение плотности костной ткани в среднем на 12%, появление ободка склероза, образование внутриопухолевых костных септ, морфологически определялись поля некрозов, очаги сохранившейся опухолевой ткани. После 6 месяцев у 32 пациентов отмечалось нарастание, уменьшение продолжалось уменьшение болевого синдрома, у 12 пациентов боли полностью купировались. Наблюдалось так-то продолжение восстановления опорной функции, и у 6 пациентов терапию прекратили из-за отсутствия препарата, и эти пациенты были прооперированы после 6 месяцев таргетной терапии, что нам позволило провести гистологический анализ тканей, тех, которые мы удалили после 6-месячного таргетной терапии. Что мы видим? Значит,
продолжение увеличения плотности костной ткани рентгенологически до 44%, нарастание склероза, внутриопухолевый сет. Во время операции отмечалась умеренная кровоточивость, меньшая по сравнению при оперировании не подвергшихся таргетной терапии опухолей. Костные септы легко фрагментируются, границы между опухолей и здоровой ткани определяются нечетко, цитологические клетки опухоли определялись в одном случае. Морфология у 5 пациентов опухоль элиминировалась полностью 100%, у одного пациента 60% элиминация опухолевых клеток. И гистологически мы видим замещение опухоли фиброзной тканью. После 9 месяцев из 20 оставшихся пациентов отмечалось продолжение уменьшения болевого синдрома, у 16 сохранялись боли при нагрузке и движениях. Продолжалось также частичное восстановление опорной функции, и 11 пациентов уже на этом этапе прекратили терапию за отсутствие препарата. После 9 месяцев рентгенологически мы видим продолжение увеличения плотности костной ткани, нарастание склероза. Здесь уже от 44% до 60%. Внутриопухолевые косты становятся более выраженными, более толстые, ячейки более мелкими. Кровоточивость снижена, костные септы более плотные, ячейки более мелкие. Границы между опухолью и здоровой ткани определяются слабо. Цитологически на границе резекции опухолевые клетки найдены только в одном случае. И у 9% элиминация опухолевых клеток полностью, и вот в 2 пациентов 80%. Гистологически мы видим незрелые кости, мелкие очаги ткани с хондробластической дифференцировкой. Пациентам, которым проводилась терапия в течение 12 месяцев, у 6 пациентов сохранялись боли при нагрузке и движениях, частичное восстановление опорной функции также продолжалось, и оставшимся 27 пациентам таргетная терапия была прекращена на сроки 12 месяцев, и было выполнено хирургическое лечение. Рентгенологически отмечалось продолжение увеличения костной плотности, нарастание склероза. То есть во время операции мы уже видели, септы были толстые, плотные, они разрушались достаточно трудно. Ячейки были более мелкими, а опухолевая ткань визуально не определяется. Границы между резидуальной опухолью и здоровой кости стерты. Цитологически на границе резекции опухолевых клеток нет. Морфологически у 25 пациентов иллюминация 100% опухолевых клеток, у одного пациента 80%, еще у одного пациента 60%. Замещение опухоли густой сетью анастомозирующих патробекул, незрелой костной тканью. Что же мы видим? То есть на всех сроках мы отмечаем, чем больше курсов деносумаба проведено, тем меньшую кровоточивость мы наблюдали в резидуальной опухоли. Плотные костные септы и ткань по периферии резидуальной опухоли позволяли сохранить здоровую кость и ее функцию, избежать патологического перелома. Но отсутствие видимых границ и отрицательный край резекции затрудняли выполнение адекватного объема резекции и достижение радикальности при внутриочаговых резекциях. В большинстве случаев резидуальные изменения после 6-9 месяцев таргетной терапии были более удобны для выполнения внутричаговых резекций. Немножко поясню, это удобно почему? Потому что можно было видеть визуально край опухолевой ткани, и ячейки довольно легко могли быть разрушены механически. После сегментарной резекции с последующим эндопротезированием были выполнены после 9-12 курсов. Ну, и здесь, соответственно, более большой объем опухолевой ткани был. У 2 пациентов после комбинированного лечения в течение 6 месяцев после оперативного лечения был выявлен рецидив, требующий расширенного хирургического лечения. У одной пациентки после 12 курсов деносумаба и сегментарной резекции лучевой кости развился рецидив вместе бывшего мягкотканного компонента. Еще одного пациента после 9 курсов и внутриочаговой резекции в дистальной части болтшеберцовой кости. Причиной рецидива явились микрофокусы опухоли, замурованные в незрелой костной ткани, начавшиеся вновь прогрессировать после отмены деносумаба. Конечно, визуально увидеть такие изменения интраоперационно мы не можем. И цитология в этом случае помочь нам тоже мало чем способна. Вот разрешите представить клинический пример. Пациенту 34 года, клиническое течение боли, наличие опухоли, быстрый рост, статус
статус Карновского 80%. Пациенту было проведено 12 курсов деносумаба, широкая дистальная резекция, эндопротезирование. Рентгенологические изменения плотности структуры кости через 6-12 месяцев здесь представлено. И морфологическое исследование после хирургического лечения, полная регрессия. Ну, здесь восстановление функции 100%. Вот более сложный случай. Клиническое течение боли, наличие опухоли, быстрый рост, статус Карновского 70. Было проведено 9 курсов деносумаба, выполнена внутриочаговая резекция, пластика полиметакрилатом. Через 6 месяцев развился рецидив. После рецидива была таргетная терапия деносумабом продолжена в течение 6 месяцев, выполнена ререзекция с 3D-протезированием и морфологическое исследование после хирургического лечения, полная морфологическая регрессия. Ну и, собственно, резюме, индивидуальный подход к комбинированному лечению гигантоклеточной опухоли с определением оптимального количества курсов деносумаба и сроков хирургического этапа позволяет выполнить адекватный хирургический объем, максимально сохранив функцию и качество жизни пациентов. Спасибо за внимание. Спасибо, Анна Владимировна. Вопросы, пожалуйста. Спасибо за доклад. У меня вопрос по случаю локтевой кости. Угу. Зачем протезировали? Лучевую кость? Локтевая кость. Локтевая кость, вы имеете в виду лучезапястный сустав? Естественно. Молодой пациент, который какой-то имеет творческую профессию, он или художник. Так ну, а что изменилось в функции сустава? Ну, у него, по крайней мере, после эндопротезирования функция улучшилась. Не поверю. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос по поводу критерия включения вашего исследования для потенциально резектабельных опухолей. Угу. С учетом, что вы их планировали потом все равно резецировать, вы планировали именно уменьшить объем мягкотканного компонента, вызвать склероз? Или какая была цель назначения деносумаба для изначально резектабельных опухолей? Ну, практически все опухоли были, ну, можно сказать, в пограничном состоянии для того, чтобы выполнить радикальную резекцию. Например, при внутриочаговой резекции опухоли были на границе между именно выполнением внутриочаговой резекции и сегментарной резекции. Но это очень, в общем-то, значимо для пациентов. И учитывая еще экономический вопрос эндопротезирования, достаточно дорогой метод, и который снижает и функцию оперированной конечности, и качество жизни пациентов, конечно, мы предпочитали назначить таргетную терапию для того, чтобы сделать максимально меньший объем, ну, и улучшить, ну, послеоперационную вот функцию и качество жизни в этом случае. А если это была сегментарная резекция, назначали таргетную терапию в том случае, когда имелся высокий риск либо патологического перелома, либо был выражен мягкотканный компонент, для того, чтобы во время операции мы могли четко видеть границу резекции. Спасибо большое. Пожалуйста. Что значит отрицательный край резекции осложнял адекватное удаление опухоли? Это первый вопрос. И второй вопрос. По второму клиническому случаю, почему снова нельзя было использовать цемент? Спасибо за вопрос. Спасибо большое. В первом случае отрицательный край не осложнял, а цитологическое определение края резекции в этом случае мы считаем непоказательным, потому что вот я там, где показала гистологический препарат, в ряде случаев опухолевые клетки замурованы зрелой костью или незрелой костью, и мы визуально этого увидеть не можем. То же самое, что когда мы берем цитологические соскобы с краев резекции, мы тоже можем до этого места, ну, просто технически не дойти. Хотя мы, конечно, резекцию планируем, учитывая рентгенологические объемы до лечения деносумабом. Но, тем не менее, рецидивы от чего-то происходят. И, в общем-то, я думаю, именно по этой причине, потому что мы визуально край резекции определить четко не можем.
Вы имеете в виду макроскопические или микроскопические? И макроскопические, и цитологические. То есть мы цитологически, мы для чего делаем цитологию? Чтобы... Ну, вот мы, например, замороженные срезы делаем экспресс-биопсию, если... Ну, мы достаточно редко делаем. Наши морфологи как-то не очень приветствуют вот, срочное гистологическое исследование. Ну, вот в нашем случае мы делаем цитологически с четырех краев. Вверх-вниз, право-лево. Я понял, спасибо. Да, ага. И вот второй... по второму вопросу, почему эндопротез 3D-принтинг, а не цемент повторно? Угу. Потому что в этом случае был рецидив. Я там отметила, что после того, как был поставлен полиметакрилат, развился рецидив. И у пациента поражение было более значимым, поэтому выбрали все-таки, сделали больший край резекции и поставили туда 3D-конструкцию, что может быть, в последующем, ожидая следующего рецидива, может быть произвести эндопротезирование. Short comment, and then you just showed a very wonderful case. I had the 20 pre and post denosumab treated cases as a pathologist I am, and then especially on the post denosumab treatment, if you see send some tissue as a frozen section, is really really difficult to tell them apart from the osteosarcoma because some after denosumab treated some cases show the osteoblastic proliferation, so it is very difficult to differentiate from osteosarcoma. And we know that the clinical history, so it is not based on the clinical history is not difficult, but only histology itself is very difficult. And then as a pathologist, we are, after the denosumab treated, if you did the H3G34 immunostaining, the intensity and proportion is very decreased. It's just a short comment.